Тут дрон здесь где-то вообще. Где пропадают люди? Здесь вон какое-то движение там в кустах. Я нашла его. Саш! Да ногу зажала! Да где, блин, ногу зажала? Тут какая-то фигня! Алло, Вера, и прямо сейчас мы приехали на SCP-горку Пожиратель, где пропадают люди, для того, чтобы спасти наш дрон. Ребят, мы уже были здесь пару дней назад, и наш дрон прямо здесь потерял сигнал и просто пропал. Учитывая, что это закрытая территория, она охраняется военными, то, ну, я не знаю, либо военные забрали, либо он в горке этот дрон оказался. Я предлагаю прямо сейчас пройти, прочесать всю территорию. Может быть, он куда-то упал, вот там вот сейчас где-то валяется, и мы не знаем этого, поэтому первым делом я бы сделала именно это. Ребят, кто не в курсе, эта горка, она работает в том случае, если по ней скатываться на животе, руки по швам и головой вниз. Тогда вы пропадаете, никто не знает, каким образом. То ли она сжирает и у нее зубы, то ли он как-то какой-то портал телепортируется. Короче, мы до сих пор не знаем ответа, как именно люди здесь пропадают. Но мы видели своими глазами, как здесь пропал маленький ребенок и его мама, как здесь пропал подписчик. Сюда горка это засосала сотрудника SCP. И если дрон окажется именно там, то нам придется лезть прямо внутрь. Поэтому обязательно прямо сейчас нажимайте на кнопку подписаться. Сделайте ее из красной, серой. Давайте, раз, два, три. А мы пошли прочесывать территорию. Подожди, на камеру, Вер. Давай, прежде чем прочесывать, посмотрим, просто посветим сюда. Может, вот дрон здесь где-то вообще. Может же быть такое? Да, может быть такое. Так, ребят, видите, там вот это синее свечение дьявольское. Я не знаю, почему так происходит, но реально это... Блин, эхо какое. Блин, жесть, да? Да. Ну, ребят, я вот как бы вот насколько вот... Давай вот я попробую снять. Насколько я вижу, там нету дрона, да? Вы просто, на самом деле, посмотрите, какая горка огромная. У меня вот размер вот этого жерла, он с половины меня. И еще посмотрите, какая она по длине. Она просто гигантская. Так, Вера, поэтому давай... там может хоть 1000 дронов поместить. Вот, ребят, дрон вот прям вот здесь летел. Я еще у Веры спрашивал, как бы, ну, типа, я газую, типа, вперед залетаю или нет. И как бы, и потом просто связь оборвала. Офигеть, блин. Мамочки, я так, я так испугался, ребят. Смотрите, вообще собака пришла какая-то. Она к нам? Она, слушайте, она что, йогу делает? Ладно, это шутка, ребят. Я не знаю, что за прикол, откуда тут собака вообще может. Она кормящая, смотри, у нее вон такой наполненный прям молоком. Такие грудки. Не знаю, не выглядит, конечно, она какой-то страшной, опасной. Ладно, давай уже займемся дроном, потому что здесь, помимо собаки, еще могут быть и сотрудники SCP, которые, если тебя здесь спалят, то как бы все. Да, ребят, мы сейчас перелезли забор, потому что тут вход охраняется, там типа знак, что там вас снимают на видеокамеру, там знак, что здесь военные с автоматами, там что какая-то жесть. В общем, ну, реально мы сейчас рискуем, так что просто поставьте лайк нам за наши старания. Мы очень будем благодарны. Обязательно подпишите, чтобы узнать, что будет дальше с этой горкой и, между прочим, с азиаткой, да. Если у вас еще, кстати, возникают вопросы, как же мы сюда попали, где же машины и все такое, все ответы есть в видео на канале Алекс Аморал или в телеграм-канале. Подписывайтесь на него тоже. Я просто еще раз испугалась. Пошли уже вниз. Так, давай обойдем как-то, может, посмотрим. Да. Реально, дрон там, ну, сдуло ветром. Просто, ребят, когда вот он теряет сигнал, он зависает в воздухе. А вот сейчас вот, как вы видите, даже вот по кронам деревьев, то есть, ну, ветер сильный, да. Ветер сильный, очень холодно. И дрон мог просто вот упасть куда-то вот сюда вообще. То есть, давай, ну, вот. Ты с этой стороны, а я с другой попробую. Так, окей. Хорошо? Так, ребят, я, в общем, иду. Здесь еще уклон пипец просто. Вот надо быть аккуратнее. Вот эта горка здоровая. Ну, ищем дрон. Я не вижу пока что ничего, ребят. Вот, то есть, ну, как бы, если его сдуло, то он где-то вот здесь должен валяться. Ну, я ничего не вижу, Вер. Там, ладно, есть твои стороны? Нет, я не вижу. Здесь его нету. Чего-чего? Ну, здесь какой-то мусор. Вот реально, блин, такого раньше не было. Когда мы снимали здесь видео, это было около года назад, здесь не было настолько замусорено все. Сейчас капец какой-то. Ребят, ну, как бы дрон, он такой серый, в общем, с пропеллерами. То есть его будет сразу видно, по идее, потому что здесь вот все коричневое. То есть, ну, как бы не должно быть никаких проблем. Здесь вон какое-то движение там в кустах. Что? Ребят, просто вот это заброшенная детская площадка, ну, вы сами видите, тут как бы ноль людей. Хотя сегодня как бы, ну, там, день, и как бы не пипец как холодно, наверное, там плюс 15, в общем. Напишите, Катя, сколько у вас температура сейчас в городе? А, реально, там качаются детские эти качели. Видишь, качели качаются? Ну, это ветер, наверное.
Да, две качаются, остальные... А, ладно, все качаются, окей, да, может быть, это ветер. Так, окей, давайте дальше идем, ребят. Там просто сейчас вот еще будут такие окошки смотровые, можно прямо в горку посмотреть, давай. Еще самое стрёмное, что как бы здесь серые камни, я все время думаю, о, вон он, дрон, но это не дрон, блин, это камень просто лежит. Так, как Вер, спускаться-то? Иди ко мне. А? Мне просто сейчас нужна будет твоя помощь, чтобы ты, ну, подсняла, потому что я не смогу в эти окошки заглядывать и, ну, я еще и камеру держать. Иди вот сюда, и ты сможешь за горку держаться, вот за эту штуку. Как мне сюда пройти? Просто быстренькой перебежкой такой. Очень скользко ходить. Я надеюсь, мы найдем дрон, потому что, блин, ребят, это уже по факту будет второй дрон, который мы потеряли. Мы уже год назад снимали здесь видео, и, короче, горка просто сожрала дрон. Так. На самом деле, очень обидно, потому что вы, наверное, если вы давно подписаны на наш канал, знаете, что сейчас у блогеров нет дохода с монетизацией Ютуба, и поэтому, именно поэтому, чтобы нас поддерживать, и чтобы видео было намного больше, включайте VPN при просмотре видоса. И, блин, дрон стоит, ну, реально, ну, сколько, $1000, и просто вот так вот его оставить здесь, ну, честно, вот меня жаба душит, я хочу его найти, во что бы то ни стало. Так, Вер, на камеру, пожалуйста. Как мне взять камеру, если я сама еле стою? Ну, просто аккуратненько как-то, Вер. Ребят, вот здесь уже вот окошки начинаются, вот здесь, короче, такие прозрачные. Ты можешь как-то телефоном сфоткать, посмотреть, там есть О, хорошая идея, Вер, давай так и сделаю. Просто, ребят, слишком высоко, видите, я даже дотянуться не могу, сейчас я сфоткаю. Очень сильный ветер, так что может быть плохо слышно. Короче, и будет видно тогда. Ты можешь потом еще фотографии прикрепить на монтаже. Блин, Вер, ну тут пипец, тут окошко, оно грязное, люто, вообще, типа, ну... Саша, ищи дрон, какое грязное, люто. Я не понимаю, блин, как мне идти? Так, сейчас еще мы камеру тут потеряем. Мамочки, ну спот ползет же, нога. Так, ребята, это заслуживает лайка. Что ты ржешь, блин, Саша? Ну ничего смешного. Где? Может, вот тут вот в мусоре? Ладно, слушай, вот эти очень труднодоступные окошки. Пойдем, вот там есть внизу, до них хотя бы дотянуться можно. Возьми, пожалуйста, камеру, я не могу. У меня еще просто очень неудобные ботинки, они, блин, высокие. И просто подвернуть ногу можно, как нефиг делать. Слушай, смотри, что я заметил. Да. Видишь? Слушай, может, нам стоит разобрать эту горку вообще, типа. Давай мы не будем. Ребят, смотрите, можно раскрутить реально. Слушай, реально может разобрать? Ты чё, Саш? Давай дрон искать, блин. Какой... Ребят, напишите, ну так мы сможем тогда найти. Напишите в комментариях, может, реально нам стоит это сделать, и тогда, ну, типа, будет... И тогда сразу приедут сотрудники SCP, и тут тебя повяжут. В смысле, а так они не приедут, думаешь? О-о-о, ребят, вот эти окошки, смотрите. Вот эти окна. Вот здесь прямо решетки, и, в общем, ну, смотри. Смотри, здесь вообще они прозрачные, Вер. Ну-ка, давайте попробуем снять что-нибудь. Слушай, ну тут ничего нету вроде. Блин, стрёмно. Что? Ты что-нибудь видишь? Я тут не вижу. Саша, я вижу, я нашла его. Ты шутишь? Нет, вот он. Блин, Саша. Ребят, реально тут дрон. Стоп, сейчас я попробую снять его. Саша, у него, кажется, пропеллера нету одного. Серьезно? Ну да. Ребят, там реально дрон. Блин, очень плохо видно. На камеру я попробую на мобилу. Блин, ребят, там реально дрон. Сейчас я попробую вот так вот подснять. Вон, вы видите его? Ладно, на камеру реально очень плохо видно, но поверьте на слово, что он здесь. Он прямо вот здесь, на самом деле. Во, отсюда видно. Саш, отсюда ты снимаешь? Дрон, да. Реально он там. Офигеть, как он там застрял вообще? Я не знаю, покажи. Давай на камеру сниму просто, попробую. Ребят, реально дрон там. Офигеть, просто жесть. Слушай, просто охренеть. Видно? Да, видно, вон он там лежит. Блин, здесь реально на самом деле, смотри, здесь немного от конца горки, от выхода из горки. Всего метров 10, наверное, ну, может быть, даже 5. То есть туда можно заползти. Пойдем спустимся, посмотрим, вообще видно его оттуда или нет. Давай, попробуем, да. Блин, я просто, я не верю, что он, мы его нашли. Да, ребят, ну, походу, он реально сломан немного. Там такое чувство, что пропеллера нету. Так, на, держи. Но все равно починить дрон, это будет стоить намного дешевле, чем купить новый. Нет, его видно вон отсюда, вон он, смотри, видишь? Да, вон реально дрон лежит. Вы видите? Приблизь. Вон он лежит, да? А, это дрон, вот серое такое, видите? У. Да, я попробую туда залезть. Держи. Ты чего, Вер, ты совсем ума сошла? Держи камеру. На. Вер, зубы здесь, ты чего? Нет. Я другую в другом положении. В каком? Где зубы? В начале, Вер, ты чего? Блин, вообще нифига, ты так никогда в жизни так не залезешь. Ребята, подписываемся на канал. Нет, это нереально. Вот просто я цепляюсь всем, чем можно.
ноги нереально скользят. Так, Вер, стоп. Ты смотри, что? Окей, ладно, ты сейчас залезешь. Ну как бы ты в неправильном положении, а как ты выбираться будешь? Ты же скатываться будешь, правильно? Ну да. Ну да, в смысле? Вот так вот калачиком скручусь и буду выходить из этой горки. Ладно, да, я выйду отсюда. Нет, Вер, это бред, я тебе просто не разрешаю, да? Блин, я тут полезу. Дрон лежит, какой не на. Разрешаю? На, я нет, же... Саша, как Саш? У тебя попа грязная. Блин, надо что-то, слушай, а у нас есть скотч, может, типа? Да, скотч есть. Давай, может, скотч? Руки-ноги скотчем обмотать, и типа так проще будет? Руки-ноги скотчем обмотать? Да. В смысле? Ну, ты же тогда не сможешь ходить. Почему? Я буду приклеиваться просто так к горке, и я смогу залезть. А, я поняла. Ты имеешь в виду вот так вот, чтобы здесь была клеевая часть, да? Да, конечно. А, я думала, типа, вот так вот руки-ноги обмотать, и вот нет, ты будешь. Нет, в смысле обмотать, червячком. Типа, чтобы как липучки они были, и чтобы я так чик-чик-чик залезу, заберу дрон. Ну, давай я сбегу. Ребята, у нас есть скотч, и сейчас мы попробуем туда забраться и забрать наш дрон. Просто какое-то спасение дрона. Подожди, Вер, давай на камеру, я сейчас себя обмотаю скотчем и... Давайте. Попытаюсь полезть туда. Блин, как он вообще работает? Тут такая бороздочка должна быть. Давай, я нашла. Найти скотч очень сложно. Так вот делаем. Сейчас мы тебя замотаем. Давай проверим. Ну что, клеится? Да, клеится. Может быть, я слазю? Где? Ну ладно, на. Слышал? Да. Ты слышишь реально? Ребят, какая-то жесть, какой-то звук из горки идет вообще стрёмный. Так, давай сначала вот так вот наклеим. А, и перевернем, и типа, да, да. Слушайте, хорошая идея. Обмотай мне, типа. Ну, вот так. Да. Пойдет? Да, норм. Все, хватит. Так, давай тест просто, а то, ну, может, типа, мы бесполезной фигней занимаемся какой-то. Давай сейчас на камеру я попробую тест. Просто, ну, реально, это помогает хоть немного или нет? Только ты мог здесь попробовать. Слушай, это работает. Работает? Да, это реально работает, блин, ребят. Офигеть. Давай, короче, держи, мотаем. Держи. Давай вот так вот сделаем, чтобы, ребят, вам было видно все. Я вот так вот камеру поставлю. Так, и вот так вот мы сейчас замотаем мне вторую руку. Сделаем, в общем, мега. Да. Это как называется? Спайдермен, типа, я, получается? Получается 100 слоев скотча против SCP-горки пожирать. Не, ну, получается, спайдермен, ну, он же может по потолку там лазить там и так далее. Хорошо, это называется спайдер Саша. Так, все, отрывай. Давай ноги. Так, а ноги как мне сделать? Ну, поднимай. Ну, типа, не, я же буду лезть. А, вот на подошву надо, да, прямо, да, обмотать. Надо вот так? Нет, нужно на мысок, типа, чтобы было. Вот сюда? Да. Так, только Вер, не наступай только... на землю. Да, мне нельзя наступать, потому что весь скотч тогда облепится грязью и вообще ничего не получится тогда. Все, отрывай. Так, ребята, напишите в комментариях, как вам наша идея. Просто мне кажется, она гениальна. О, я поклоняюсь вам, Александр, Спайдер Александр. Так, Вер, давай. Так, ребята, Саша очень смешно сейчас выглядит. Смотрите. Так, ладно, будь аккуратнее, потому что я реально не представляю, что может произойти. Да. Обязательно подписывайтесь на этот канал, на канал Алекс Амарал, потому что Алекс Амарал сейчас просто не Амарал. Это работает! Саша, у тебя остался один носок. Нет. Получается? Да, слушай, видишь, я сижу нормально. Да. Блин, главное, чтобы вторая не сползала. Блин! Слушай, ладно, мы пробуем вот так. Так, ребят, у нас тут небольшая проблема. Скотч оторвался. И Саш, блин, если ты сползешь, то ты меня собьешь. Я почти дополз на дрон. Ай! Саша, что? Что? Ай! Блин, больно руку, пипец. Да? Да, я просто только на руках, типа, жесть, прямо ну запястье. Ну давай я попробую. Нет, блядь, я тебя не пущу сюда. Саш, не надо геройствовать. Что, больно? Да. Он близко уже? Да. Так, я его вижу. Может быть, ты за окошки будешь держаться? Я не знаю. Попробуй перевернуться. Вот он, я почти дошел до него, Вер. Давай, мотай. Есть? Есть? Саша, что? Саш! Саш, ты чего? Ай, ногу зажало. Куда? Тут какая-то фигня. Саш! Саша! Да ногу зажало! Да где, блин, ногу зажало? Тут какая-то фигня! Выпрями ее!
Не могу, ее зажало, Вер! Саш, выпрями ногу! Я не могу! Но постарайся перевернуться! Перевернись! Саш, отними, ну пожалуйста, но что-нибудь сделай уже с ногой! Есть? Что с ногой? Я не знаю, там какая-то... Вообще там типа как будто части горки нету. Как нету части горки? Я тебе говорю, там просто мне ногу зажало прямо в этой фигне. Там вот эти пластины, короче. Вот, смотри, здесь. Вот. Так, реально мы блин, нашли вот дро. Вот такие пластины, там типа, блин, как будто дыра какая-то. Серьезно? Да. Может быть, на стыке, где пойдем он раскручен? Посмотрим. Сейчас, подожди, дай я заберу оттуда скотч. Возьми, пожалуйста. Что там с дроном? С дроном вроде все нормально, ребят. Реально, блин, здесь что-то происходит ненормальное, ребят. Подожди, это было где-то здесь, правильно? Где окошки? Да. Ты был, мне кажется, там у третьего или четвертого. Может, вот здесь? Блин, может, это там, вот, где болты вот эти расшатались, и там как-то эти секции разъехались. Блин, смотри, такое еще... А вот это было вообще или нет? Саш, ты видишь? Вот какие-то металлические трубы. Блин, что это я вообще? Я не знаю. Что это реально? Ребят, какая-то странная фигня, честно. Ладно, ребят, давайте прямо сейчас подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на телеграм-канал. Мы приедем сюда и будем снимать еще новые видео с горкой пожирателя. С азиаткой из ТикТок видео выходит на канале Алекса Морал обычно. И увидимся снова. Пока.